А когда вы начали вообще писать стихи? Вот обычно ведь в школе... Да недавно, я вам должен сказать. Нет, ну вот в школе. В школе же вы писали стихи? Нет. То есть обычно я все в школе... Я стал писать в старости. Ладно. Клянусь. Старость еще не наступила. Так что это... Старость. Не надо. Про старость писать, читать не буду. Но есть хорошие про старость. Еще прочитать? Да, давайте. Деревья желтые стоят, рванул холодный ветер. Никто не виноват, что есть осенний листопад, что старость есть на свете. Пришла осенняя пора, никто не даст отсрочки. Здесь, как соски, еще вчера на ветках зрели почки, но вот уже рога трубят, прошли весна и лето, метлою дворники шуршат, пером скрипят поэты. Кленовый желтенький листок, полосочки, прожилки, ты на ботинок мой прилег, как будто на носилки. Возьму тебя с собой, дружок, и ляжем в землю черствую. Ты отшуршал с собой листок, а я все философствую. Это не про старость, это про осень, на самом деле. Это про сезон, потому что в жизни тоже же бывает сезон. Ну, конечно. Иногда после осени. Нет, если пишешь стихи, то ты еще работаешь. Конечно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».